право как фактор патриотического воспитания. В СУГУ прошел второй республиканский молодежный юридический форум. Представители судебных органов, МВД и парламента республики рассказали студентам об аспектах своей деятельности. Будущие юристы также могли возможность задать вопросы о практической работе в государственных органах. Одной из главных тем обсуждения стали современные геополитические реалии и вызовы, перед которыми стоит государство. По словам организаторов, форум является хорошей площадкой для диалога молодежи с политиками, юристами и учеными. Молодым людям важно видеть ориентиры свои будущие. И вот именно, скажем так, что касается будущих юристов, именно, скажем так, практикующие юристы могут эти ориентиры им дать, поделиться своими советами, своим видением, своим опытом. Как бы вот этим и мы преследуем цель, проводя такое мероприятие.